Мы сегодня снова на лыжной базе. Сосисок приехали пожарить, покататься. Ребята на бубликах. Миша, Женя, Алина, Алиса, Саша. Накатались здорово. Ну, поехали! Наташа сидит, греется около костра. Красота! Офигенная природа. На больничный тогда пошла. И приехали проверить. Классно. Она говорит, а я в аптеку ушла за лекарствами. Они потом привязались. Где вы были? Почему у вас не... Саша на сноуборде поехал. Природа офигенная. Обалдеть. Ну, поехали! Толкни их! Паровозик поехал! Здорово! Алиса на сноуборде едет. Хватит! Вставай, давай дальше! Поворачивайся. Держись, держись. Моя молодец. Молодец. Вкусняшка. Чай попили, сосисок поели. Природа вообще очень-очень красиво. Я понимаю, если ты пришел в дискотеку. Эй, я что, я вообще в пути. Ты говоришь, только никуда не выходи, сиди дома. Сейчас мы поедем на бублики. А! Я сажусь. Ну все, я поехала. Там копи... А, ты меня не толкай! Там капец как страшно. О, нифига себе, скорость разгоняется какая. Ой. Крутяк. А вот там трамплин. Ой. Офигенный трамплинчик, да? На старте у меня жена, любимая жена. Помаши ручкой. Ну что, собираемся домой? О, буран, буран завели. О, на буране-то тоже ага, прикольно. Да. Тут в прокат тоже дают, по-моему. Да? На крутом лагу точно. Им тяжело. 2000 час. Бураном? 2000 час? Да. Блин, я себе буранчик. Ну что? Мы едем домой. Сейчас поедем на каток. Да. Ну, сейчас переоденемся, чуть-чуть отогреем. Мы приехали на каток. Ой, ой, ой. Ребята гоняют уже. Народа сегодня мало. Объявили, что 18+, только могут присутствовать на катке. Я иду. Нет сегодня, обалдеть! Женька едет. Уж, наверное, скоро все закроют. Больше не будет, наверное. Бах! Вставай, Миша, вставай!